кастрюлю, ставим ее на газ, режем картошку, добавляем, капусту режем, тоже добавляем, свеклу режем. Надо сначала почистить овощи, морковку, картошку и свеклу. Потом порезать это все, поставить воду на огонь и потихоньку все засыпать и солить. Нужен кипяток, нужна свекла, нужна капуста, надо порезать. Еще нужно мясо куриное, можно. Борщ добавляют там картошку, свеклу, морковку добавлять. Их надо сначала помыть, картошку почистить и порезать.